Выставка представляет живопись и графику из собрания известного российского коллекционера Александра Новиченко. Экспозиция, сформированная специально для показа в Сочи, включает около 100 пейзажей, написанных такими известными мастерами 20 века, как народные художники СССР Ромадин, Пименов, Моисеенко, Угаров и другие. В традиции русской художественной школы именно в пейзаже многие художники находили свой стиль, тем самым заставляя зрителей восхищаться красотой родной природы. Выставка «Русский пейзаж» – это благотворительный проект, направленный на популяризацию классического изобразительного искусства и знакомство с лучшими работами советских и российских живописцев.